я туда поехал, чтобы получить там знания и, наоборот, потом культивировать эти знания здесь, в Казахстане. Но я считаю, что все-таки мы должны проявлять какую-то правильную гражданскую позицию, мы должны получать образование и приезжать сюда. Мы четко должны для себя понимать, что там, на Западе, я не знаю, своих специалистов хватает. И они, у них очень жесткая конкуренция. Я скажу, что на самом деле вы знаете вот эти топовые истории, вот он поехал, там устроился, и вот сейчас он там в Силиконовой долине стартапами заправляет, олигарх, кучу денег зарабатывает. Это единица, это верхушка айсберга. Вы знаете, сколько там сломанных историй там? Поехали, и сейчас они что делают? Вот сейчас мы на самом деле в Казахстане, у нас все есть возможности. У нас все есть, у нас огромные рынки, вот Китай, Россия. У нас огромные инфраструктурные проекты, у нас очень хорошие законы. У нас очень хорошая налогооблагаемая база. У нас все, и ресурсы. То есть надо просто правильно использовать это все. Не лениться, а не ждать, что кто-то сейчас придет и подаст вам и скажет, вот давайте. Никто не будет давать рыбу, но удочку дадут вам здесь.